спортсменки, уважаемые судьи, любители самбо, разрешите мне по поручению президента Международной Федерации самбо Василия Шестакова приветствовать вас на первом первенстве среди кадетов. Dear athletes, distinguished referee, dear guests, let me on behalf of the International Sambo Federation President Vasily Shestakov to greet you at the first International Sambo Championship among cadets. Сегодня присутствует 19 стран, свыше 200 спортсменов, которые будут разыгрывать первенство среди кадетов. Я хочу вас всем пожелать хорошей борьбы и сегодня показать свою красивую технику. The competition gathered 19 countries and more than 200 athletes. I wish you all success and show your best results and your best techniques. Отдельные слова благодарности мне хотелось выразить президенту Федерации самбо Кипра Мариусу Андреа, призеру чемпионата мира бронзовому, который проходил у нас в Красноярске. I would like to thank you, the president of Cyprus Samba Federation, Marius Andreo, bronze prize winner in international samba competitions in Красноярск. Thank you very much. Всех